Ну, давайте говорить, что обыск проводился у неформального казначея Саакашвили, который ведет все его денежные дела. Не только по консульству, но и по фонду «Благо Одессы», по которому очень много вопросов и так далее. Что касается самого Саакашвили, его приглашали в качестве менеджера, который будет делать работу. Работы нет. Одесса занимает 18 место в рейтинге, это при том, что куча денег там проходит, 18 место в рейтинге регионов. При этом большинство губернаторов, которые сейчас тянут области, прифронтовую такую же область, Харьковскую, Днепропетровскую и так далее, мы вообще не слышим, многие даже не знают их имен, а трескотни вокруг Саакашвили очень много. Понятно, что Саакашвили приехал сюда не губернаторством заниматься, а делал свою политическую карьеру. Это все хорошо, отлично, а почему началось? А очень просто, пока он критиковал и сносил Яценюка, ему все прощалось и смотрело сквозь глаза, то, что Саакашвили ездит в Италию, куртку покупает по 5000 долларов, у него появляется джип и все остальное. И все остальное тоже попрощалось. А как только закончилось дело, снесен Яценюк, да, фактически посажен другой премьер-министр. Не забывайте, что это все началось, особенно после интервью, которое дал Саакашвили в Гардиан, где он просто помоями облил, извините меня, Гройсмана, тут уже по-другому нельзя. Потом он 10 раз говорил, что журналист его не так понял. Журналист сказал, все правильно, я понял, и все у меня записано. Ну, это некрасиво вообще, как бы себя так вести, тем более, что тебя приглашали, если ты был успешным руководителем, так покажи, какой ты успешный руководитель. Карт-бланш был дан, это четко. Я по своим источникам знал, как только, вот ну покажи, пожалуйста, покажи, что нужно делать.